Сотни мигрантов вновь устроили акцию протеста у одного из крупнейших вокзалов венгерской столицы, на востоке Будапешта, после того, как полиция преградила им путь к поездам, идущим в Германию и Австрию, передает агентство Рейтер. Как сообщает агентство, мигранты собрались напротив здания вокзала, на площадь также созваны полицейские силы для подавления мятежей. Случаев столкновения между мигрантами и полицейскими пока зафиксировано не было. Накануне утром правоохранительные органы перекрывали вокзал, задерживая движение поездов. Затем составы были пущены, однако на них уже не пускали беженцев, по сообщениям местных СМИ, даже тех, у кого были билеты. В среду стало известно, что сотни беженцев, желающих уехать из Венгрии, устроили сидячую демонстрацию перед зданием вокзала. По данным агентства Рейтер, мигранты также на короткий срок блокировали дорогу у здания вокзала. Венгрия, имеющая границы вне Евросоюза, на прошлой неделе зафиксировала новый рекорд по числу мигрантов, приехавших в страну через Сербию за один день, 26 августа границу пересек 3241 беженец. Через Венгрию мигранты пытаются попасть в другие страны ЕС. В связи с наплывом беженцев власти предпринимают меры по ограничению потока мигрантов внутрь страны и Евросоюза. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен Второй мировой войны. Германия, Франция и Великобритания в воскресенье выступили с совместным призывом к экстренному совещанию министров внутренних дел и министров юстиции Евросоюза в связи с нарастающим миграционным кризисом.